Мамы с папами онлайн. 38 тысяч нижегородских родителей приняли участие в общегородском родительском собрании, которое впервые проводилось дистанционно. Директор городского департамента образования Елена Платонова заявила, что все школы Нижнего Новгорода готовы с 30 марта перейти на дистанционные программы обучения. Обычно я в родительском собрании говорю: рада вас всех видеть, спасибо, что уделили внимание, но в этот раз мы встречаемся вот в онлайн-режиме. В течение всего нашего сегодняшнего эфира у вас есть возможность в рамках чата оставить свой вопрос для того, чтобы мы могли вам ответить. Этот процесс сейчас проходит по всей России. Перевод, такой массовый перевод в дистанционную форму обучения, он еще не был апробирован. То есть, конечно, у нас есть опыт. Наши учителя используют дистанционные технологии, но обычно это всегда дополнительные меры по поддержке интереса и развитию образования ребенка. Очень важным будет родителям, во-первых, создать условия дома для того, чтобы можно было ребенку организовать образовательный процесс, организовать само обучение. Это условия безопасности, потому что мы все понимаем, что ребенок будет оставаться дома один. И здесь очень важно, чтобы родители понимали и провели беседы с детьми о том, какие правила он должен соблюдать, когда он находится дома. Хочется обратиться к родителям, чтобы, несмотря на то, что ребенок дома, были бы соблюдены все еще санитарные и эпидемические условия, потому что это тоже важно в сегодняшних условиях распространения коронавирусной инфекции.